У вас есть свой интернет-проект, который вы недавно запустили с командой. Продукт уже готов и ведутся продажи. Компания развивается, работа кипит день и ночь, вы пробуете разные способы привлечения клиентов, экспериментируете с концепцией. Но в этом круговороте понимаете, что вам не хватает знаний, полезных контактов и инвестиций для быстрого развития бизнеса. Все это может дать Фонд развития интернет-инициатив, крупнейший пассивной фонд и акселератор Европы. За год он уже помог инвестициями и поддержкой 120 стартапам. Что нужно, чтобы получить финансирование и попасть в акселератор? Подать заявку, пройти серьезный отбор среди 500 конкурентов. И вот вы среди 40 лучших в акселераторе и запускаете трехмесячную программу по развитию бизнеса. С вами делятся опытом и помогают советами российские и зарубежные эксперты в сфере IT, а также десятки выпускников Free. Фонд инвестирует в проект 1 400 000 рублей. Эти деньги позволяют развиваться и привлекать новых клиентов. Если компания показывает хорошие темпы роста, у нее появляется шанс привлечь инвестиции от 2 до 15 миллионов рублей во втором раунде. Важно, что треть выпускников акселератора получают инвестиции. Free помогает установить любые необходимые деловые контакты в бизнес-среде, а также в государственных организациях России и мира. Такой подход способствует быстрому развитию проекта. Вам оказывают реальную помощь ведущие эксперты интернет-рынка, успешные выпускники акселератора и лучшие интернет-бизнесмены страны. Они фокусируют ваши усилия на достижении результата и учат опираться на метрики, а не на интуицию. В итоге проект набирает нужную скорость развития и выходит на новый уровень. В ритме, заданном акселератором, свыше половины компаний-резидентов растут по оборотам более чем в 5 раз, а некоторые и в 100. Подавайте заявку на участие в самой эффективной программе акселерации в России. Быстрое развитие – ключ к успеху в бизнесе.